быть в какой-то степени хотя бы чуть-чуть образуем этих зазнавшихся европейцев. Это не шутки. Да. Я считаю, что прошлая доктрина была слишком размазана. Ни то, ни сё. Вот если, да кабы, тогда может быть. Ну и эта доктрина еще не говорит о том, что мы первые применим ее. Потому что я думаю, что, скорее всего, дождемся больших жертв, миллион, может быть, даже больше. Только тогда, я думаю, Россия ответит. Всегда использование, точнее, угроз ядерного оружия – это всегда плохо. Я считаю, что раз мы живем здесь, в нашей стране, то мы должны доверять нашему руководству, и по-другому быть никак не может. Если руководство так считает, пусть так и будет. Все конфликты, ну, многие уже об этом говорили, заканчиваются переговорами в любом случае. А то, что сейчас идет эскалация, да, конечно, тревожно. У меня брат погиб там. Конечно, тревожно. Я думаю, что повысит, все-таки заставит задуматься наших ребят, которые называются Украина, и Америку тоже заставит это задуматься. И прежде всего Европа сейчас будет в коленях рожать, потому что уже красные линии все перешли, и они уже считают, что они могут быть безнаказанными. Не пройдет у нас это.